8 августа ушел из жизни композитор, пианист, педагог, автор музыки к спектаклю «Марш Акпарса» и первого марийского балета «Лесная легенда» Анатолий Лупов. Специалисты называют его музыку легкой, прозрачной и очень разной – для театра и для духовых инструментов с оркестром. В большинстве произведений Анатолий Лупов создавал свои темы – интонационно-родственные народным марийским напевам. Последним произведением маэстро стал сборник детских пьес для фортепиано. Одно из своих последних больших интервью Анатолий Лупов совсем недавно дал телеканалу «Мэтр». Мелодия приходит сама собой, когда вдумаешься в этот образ. Ну, а дальше уже дело мастерства. «Лесная легенда» насыщена мелодиями, буквально насыщена. Можно брать клавир и делать разные пьесы для разных инструментов. Это все мелодии, как я считаю, очень удачные. Поэтому я считаю, это лучшая своя работа. Документальный фильм о жизни и творчестве композитора мы покажем осенью этого года. Уже сейчас можно сказать, что этот материал войдет в золотой фонд нашего телеканала. Анатолию Лупову было 93 года. Прогулка по берегу как шаги.